идем вот по улицам Тарагона. А жутко становится. Такие домики с маленькими окошечками. 13-й, 11-й, 9-й. Вон окошечки, как в тюремных этих. Смотри, 5-й. Вот это уже развалился. Вот эти были, наверное, апельсины росли. Кошечки. А вон дверь, посмотри, какая. Какие кошечки. Смотри, какая. Кактусы. Дверь, да, смотри, какая. Металлическая. Вот тут мух что-то много. Видно ее интересно. Замок. Тут такой балкончик. А? Тут такая дверь красивая. Балкончик. Но современная. Балкончик или чем-то просто. Умиляет. Видеокамера стоит. Да. Снимает все. Пойдем вон. Ага. Такие вот улицы. Интересно, вот машины причем тут ходят, как тут они разъезжаться будут. Сейчас одна вниз поехала. У кого круче, тот и едет. У кого круче, тот едет первый. Тут люди уступают как-то, наверное. У них вот сзади едут, блин, нас не задавят. Давайте в стенку выдавим, жужжу, нашу ручку какую-нибудь. Нишу, блин, прижму. Жестко. Пронесло. Это тут что такое? Сюда. Куда идем? Куда идем, не знаю. Идем просто бродим. Ой, люди, слава богу, вылезли. Людей вообще нет. Вылезли из щелей. Эта машина проехала. Спросить не поймет, одни испанцы. Вот это юки. Такие вот юки. Ух, Олег, как ты... Прижался. Ты сейчас прижимался к стене? Ну, от машины я прятался в нише. У тебя вся спина. Вся спина, зато живой. А вот для каких современные дверцы. Слушай, для маленьких. Ну, подойди, и твой рост пойдет. Ну, для тебя как раз. Куда? Ой, да это почти. Шибу. Ой, шибу. Дома старые. Офигенно современный двор. Вот тут уже цивилизация. Это мы уже, наверное, в новый туда выйдем как раз. Выйдем туда. А тут мы не фотографировались, Олег. Вот там нет. Пойдем там. Посмотрим, что там. Тоже короткие. Вот у них славится вот этими пирамидами. Кто больше удержит? Угу. Кто больше, наверное, себе поставит. Так, ну что, будем выходить? Конечно, пойдем на этот.